застал его вот таким, лежащим. Часть в воде, часть снаружи. Отдыхающим. То ли он переел, то ли у него несвоение, то ли ему срочно нужно охладиться. Вода теплая, не холодная, притом даже достаточно теплая. Значит, она хорошо нагрелась под лампой. Вот он, наш мирный, пассивный толстячок, отъевшийся. И зато дает себя погладить. Сильно не нервничает, хотя бывают заскоки у него случаются. Посмотрим, как быстро он начнет расти при такой хорошей белковой диете. Просто мило, умилительно. Но мне кажется, ему наоборот жарко. Поэтому мы выключим одно из освещений.